Новый год жители дома 106 по улице Красноармейской встретят в отремонтированном подъезде. Этот вопрос активисты железнодорожного района поставили на встрече с председателем городской думы Галиной Андрияновой. В единый день приема граждан общение прошло в неформальной обстановке, за чашкой чая. У нас очень большая проблема этого дома. Был сильнейший пожар в третьем подъезде. Там все черным-черно. Давайте уже это сделаем к Новому году, чтобы в Новый год прийти с новым подъездом. Потому что в таком подъезде, да, конечно, нельзя. Подъезды понравились, у нашего же проходили, какой хорошо. Нет, подъезды у вас вообще. Но это у вас, да. Давайте сделаем такой же подъезд на Красноармейской 106. Не только этот подъезд, но и сотни других вопросов решаются в общественной приемной. Ремонт внутриквартальных дорог, благоустройство дворов, проблемы ЖКХ. У каждого жителя сегодня есть возможность обратиться напрямую к представителю власти. Это эффективная система для того, чтобы выслушать проблему, которая сегодня наболела, и как можно быстрее ее решать. Потому что некоторые вопросы решаются одним звонком. Какие-то вопросы решаются какими-то дополнительными письмами. Одни вопросы решаются на уровне города, другие – на уровне района. В Самаре создается эффективная система взаимодействия разных ветвей власти. При этом каждый вопрос на учете. Такие мероприятия все-таки проходят достаточно системно. То есть перечень проблемных вопросов, он всегда собирается. Объективно можно решать эти вопросы в режиме онлайн фактически. Задача быстро и наиболее эффективно решить те или иные проблемы. А в итоге в Самаре должна быть сформирована система, при которой самые насущные вопросы решались бы автоматически. Олег Зверев, Константин Головин. События.